новый маршрут там ребята нашли. Сейчас пойдем смотреть. Попробуй дойди, правда, еще по этим хащам. Тут болото. Ага. Тут я не пройду, наверное. Да, я тут не пройду, Крис. Иди с той стороны. Назад. Так надо ты по идти. Нему хочешь ехать? Да, давай. Я иду вперед. Там уже Глеб поехал. Так, друзья, новый маршрут. Поехали. Сейчас будем смотреть. Ну тут простенький такой. Тут когда воды больше, может сложнее. Крис едет. Карета подана. О! Интересная дорожка, смотри. Тут, наверное, ездили когда-то, может, да? Судя по... Не, это сейчас поехал Гэп и... Не, ну видишь, расстояние между деревьями чётенько так, как вроде... Как и было. И куда он наверно пошел? Вот дорога, видишь, я же вижу, что есть дорога. Так, и куда? Куда-то мы сейчас выйдем на асфальт. Я не вижу. А время ж прошло уже. Вот так долго ползал. А я бежал как это. Как черепаха тортила. Так. И где? Ну едь по дороге. Там ничего не видно. Ну, какие места. Мы тут никогда не ездили. Осторожно. Пеньки. Как-то так следы, да? Ну что-то такое просто. Куда дальше, непонятно. Направо. Давай вернемся, как приехали, наверное. Будет проще. Следы идут. Так а что следы? Мы куда-то едем не в ту сторону. Ну, Виталика встретим. Привет, прием. На звездку. Куда вы так убежали? Да мы ехали, там ехали, я думал, этот проезд будет. Мы праворуч тебя покрепку. Праворуч. Там суд резко. Может проезд новый знайдем. Пока не вижу. Я тебя не вижу. А, вижу. Так, мы тут какими-то лесами, полями. А вон они. Тебя вот что-то не хватает, как на низах ее что-то. А помнишь, это да еще? Ну не знаю, или они все так работают, эти моторы. Да. Как-то нужно. Нужны обороты высокие, чтобы она ехала. Потому что тут турбина. Да не, ну с турбиной тоже. Так. Виталий Вивосев. Нема ничего. Поехали назад. Глубоко. Виталий Вивосев. Проезда, да? Была такая идея, может, дорогу новую снесли. Да. Вот так не скучно, уже все знают, уже как с собой дома пешком выходит. Да? Да, так бы снесли. Ну, ну все. Да? Поехали назад. Нячка. О, хо и правда. Офигеть, маска, маска. Окно, окна открывай. А, у нас открыто. Там, ты там тихо, блин, а не в меня. Ой-ой. О, правильно. Ты дорогу помнишь, куда мы едем, да, Крис? Что тут? Да мы не найдем уже назад дорогу. Нет, дорога сама тут слева. Да ты не найдешь, я тебе говорю, что мы тут будем жить теперь. Отлично. Еда есть? Сколько еды? Надо поделить сосиски равными частями до августа. А ты уже 6 съел. А, ты я свои съел. Ты уже сентября на... Ой, блин. Ты помнишь дорогу? Да, конечно. Да что?
нашел дорогу. Вот хоть следы какие-то после. Все, потерялись опять. Как и потерялись. Точно мы так ехали? Да. Возвращаемся. Я писаю под каждым деревцом и... И потом по запаху возвращаешься? По запаху возвращаюсь, да. Стой, стой, вот тут левее пеньки. Да, пеньки. Пеньки. Так. Короче. Продолжается наш... Сюда опять какой-то клешни напрыгнул на меня. Так закрой окно. Клещ. Да, они тебя любят, они же смотрят, что ты иностранец. Иностранец, думают, с него больше высосать можно. Так, кто-то вон едет на Макс. Макс едет. Нет, тут нет дороги, Макс. Так, ты помнишь куда? Да. Как ты запоминал? А, под каждым деревом? Запах. По запаху? Да. О, точка 8. Точка 8 вот на дереве. Все. Как-то дует. Все-таки еще свежо. Свежо. Жесткий парень. Так, все, мы вернулись. Ну там, где Леня, не застрянешь ты? Постараюсь. Красиво. Мы же не Леня? Да, да. Помылись, вернулись. Так, едем. Далее Вива 7. Едем. Не надо. Что? Направо? Да, да. Направо, налево сейчас. Виталий Виво 7. Так, мы вернулись, сейчас Виталя нашли. По телефону, где он. Сейчас поедем. О, УТВшка. Так, квадроциклисты, маньяки. Да, да. Глеб, прием. Ого, я не зря сюда шел. Одна утонула. Все проехали, да? Мы засели, и они как-то растолкались, и, короче, выехали. Да, это... Попроще, жесткие ребята, да, все толкнул. Толкнул и поехали. Да, но все равно. Возвращаемся, еще тут один боец. Я думала, их колонна уже закончилась. Мы думали, да, что они закончились, но они... Они еще едут. Нормально идут. Тут заряжены ребята не по-детски. Они в натяжку, да, легко. Спокойно, уверенно. Давай сюда едь. Прямо? Да. А есть, пацан. Вон и груша. Все, нашли. Нашли. Ну там, видишь, было по прямой, а тут мы по кругу чуть-чуть объехали.
Так, вот болото. Прямо никто не поехал? Прямо никто. Ну, сегодня немножко не того класса машины, хотя тут все подсохло. Можно ехать. А тут бородач горел, эти знаменитые места. Так, какой-то УАЗик здесь. Непонятно, что едь. Куда? На ту сторону. На ту сторону поехали сразу. О, тут вода повыше. Поехали, переедем, оттуда хорошо будет на них смотреть. Да, вопрос, как там доехать? Да не, ну едь спокойно, не уверенно едь. Сильно не газуй, там неровно. Едь плавно, ну потихоньку едь натяжку. Вон Нива сидит, вон УАЗик там уже какой-то. Чуть-чуть тут, блин, влево можем провалиться. Да.